Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. С вами Лариса. Сегодня делаю обзор своего поля. Хочу специально показать вот в таком состоянии, чтобы вы понимали объем работы, когда берешься за что-то такое глобальное. Я не была здесь буквально 5 дней. И здесь все заросло. Ничего не видно. Вот придется теперь поработать. Очень-очень ударно. Здесь у меня 17 рядов томатов. Их сейчас с трудом можно различить только по вот этим вот колышкам, которые здесь стоят. Это ряды. Вот здесь вот первые три ряда освободила от травы, чтобы было наглядно видно. И сегодня хочу рассказать, как я подвязываю такую большую массу томатов. Итак, как уже заметно, вот колышки, три колышка на ряд. Получается, и делаю шпагатом обмотку, такие поперечные веревки, и затем по как малину, например, да, длинными рядами, вот таким вот приспособлением степлер для подвязки овощных культур, называется ТПНР, с лентой, со скобами, и вот таким вот действием нехитрым привязывается. Получается вот такая вот петля. И томатики очень быстро и легко я привязываю. Если каждый куст привязывать, тут не хватит никакого времени и сил. Поэтому вот сейчас мой фронт работ — прополоть грядки и подвязать уже второй ярус. То есть вот этот вот уже подвязанный у меня вот здесь вот видно. Теперь нарос второй. Здесь в основном вот первые вот эти вот три ряда высокорослые. В открытом грунте они где-то 1-1,5 метра. Дальше вот здесь вот идут гномы. Гномы вообще шикарные. Нарастают уже. В траве плоховато, видать. Но здесь уже вот томатики есть. Очень мощные кусты. Крепкие. Обязательная подвязка. Листья сворачиваются. У нас плюс 40 на улице, даже ночью. Поэтому работа только либо ранним утром, либо поздним вечером. Но поздним вечером получается, что здесь мошки и слепня. Поэтому выживаем как можем. Итак, еще раз повторю. Вот здесь вот на этих рядах. Потому что видно. Приспособление называется ТПНР. Можно выписать его на Viblers. Также во всех сейчас больших маркетах он продается. Стоит, конечно, он относительно недешево. Около 2000, 1800, 1700 плюс-минус. И расходники, вот эти вот ленты и скобы. Но это того стоит, если у вас большой объем работ. Потому что это очень быстро и легко делается. Так вот приспосабливается и вот так вот одной рукой неудобно делать. Скобка вылетела и чуть-чуть повело. Итак, поливается у меня капельный полив. Я уже о нем рассказывала. В Инстаграме показывала, где покупала, ссылку давала. Скоро будет очень большой объем обзоров сортов томатов. Здесь у меня очень много, около 70 сортов, не считая, которые в теплицах. Поэтому оставайтесь на моем канале, подписывайтесь в Инстаграм. Самое интересное впереди. Ну, а я буду работать. Продолжать работать, рвать траву и подвязывать томаты. Слава богу, поливать теперь не нужно. Поливает капельный полив. Это вообще бомба. Это классно. Всем рекомендую. Действительно, это очень спасает ситуацию, когда ничего не успеваешь. Желаю всем удачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока.